Постель у новорожденного набивалась сеном. Местная жительница Анна Пименова проводит первую экскурсию по избе Водлазеров в новом визит-центре национального парка Водлазерский. Теперь все гости Кугана-Волока и заповедной территории могут увидеть предметы быта, которым не хватало места в старой экспозиции. Посуда, вышивка, иконы – это настоящие вещи коренных жителей. Названия у них экзотические, необычные, интересные, и на первый взгляд мы даже не можем сначала понять, например, зачем эта вещь использовалась. И только когда там экскурсовод нам расскажет, да, что зачем это, мы поймем. А так, может быть, на первый взгляд для нас это будет вещь-загадка. Водлазерье – это территория русского севера, своеобразна и во многом уникальна. Поэтому одна из основных задач национального парка, который организован здесь 28 лет назад, это сохранять и изучать историко-культурное наследие края. Жемчужина Водлазерья – Ильинский погост, памятник архитектуры 18 века. Сейчас центр духовной жизни. С 2005 года для прихода здесь ведут богослужения. Еще одна большая составляющая деятельности парка – это сохранение и изучение природы Водлазерья. Как установили сотрудники парка, по его территории перемещается стадо северных лесных оленей – примерно 150-200 особей. Это очень осторожные и даже пугливые животные, которые живут замкнутой группой. В рамках проекта «По следам северного оленя» за ними наблюдают с помощью фото, видеоловушек и GPS-навигаторов. На основании полученной информации сотрудники парка разрабатывают меры охраны этих краснокнижных животных. В раннезимний период он концентрируется на территории национального парка, а потом с течением времени он выходит, так сказать, за пределы. Поэтому вот в рамках этого проекта, то, что удалось отследить его перемещение, да, нами выбран определенный подход к охранным мероприятиям. Фотовыставка в стенах визит-центра – это итог почти двухлетней работы. Увидеть величественных представителей фауны в разное время года и во всей красе могут гости заповедной территории. Светлана Воробьева, Сергей Беляев, СампоТВ 360, Петрозаводск, деревня Кугана-Волок, Пудожский район.